Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники нашего университета, 1 сентября мы по традиции отмечаем наш праздник, День Знаний, начало нового учебного года. И каждый раз это событие вызывает чувство радости, надежды, новых планов на предстоящий год. Нам выпало трудиться и учиться в непростое время. Время коренных изменений в системе высшего образования в России. Сегодня государство как никогда поощряет профессионализм, инновационное мышление. И наш Владимирский государственный университет старается соответствовать вызовам времени. Мы выиграли с вами конкурс инновационных образовательных программ, получили дополнительное государственное финансирование. Это позволило нам оснастить многие лаборатории современным оборудованием. Закуплено уникальное оборудование. Приведены в порядок многие учебные лаборатории. Конечно, предстоит еще много сделать. Но все же создается уже база, которая позволит нашим студентам получить хорошее, качественное и, самое главное, востребованное образование. Поэтому, обращаясь к нашему студенчеству, хочется сказать, что сейчас все зависит от вас, от вашего желания учиться, от востребованности получить те знания и опыт, которые готовы передать вам наши преподаватели. По давно сложившейся традиции хочется особое внимание уделить нашим первокурсникам. Дорогие ребята, хочется вас поздравить с поступлением в наш Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, великого физика и великого генерала-освободителя Болгарии, национального героя Болгарии. Поступление в университет было нелегким испытанием, но мы верим, что в наш университет пришли подготовленные, достойные молодые люди, которые точно определили свою будущую профессию. От имени ученого совета, от имени университетской общественности хочется пожелать, чтобы вы как можно быстрее включились в учебный процесс и в культурную и спортивную жизнь университета. Еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года. Желаю успехов нашему университету и всем нам.